Увеличить количество предпринимателей и вывести из тени бизнесменов-нелегалов. Это одни из главных задач на 2020 год для сотрудников профильных департаментов Самарской администрации. Кроме того, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал президент России Владимир Путин, самарские бизнесмены смогут рассчитывать на льготное финансирование и бесплатные образовательные программы. Готовы предложить целый ряд мероприятий. И в первую очередь, конечно, в центре «Мой бизнес» Самары и по районам. Поэтому здесь от коллег ждем заявок на мероприятия, на те темы, которые интересны вашим предпринимателям. По словам главы департамента эконом-развития Владислава Зотова, Самарская область является одним из лидеров по реализации нацпроектов. Целевые показатели выполнены на 100%, и в нынешнем году планка будет неуклонно расти. Мы успешно выполнили все показатели в прошлом году, то есть все показатели выполнены на 100%. Планы на 2020 год темпы не снижаются, национальные проекты у нас будут действовать вплоть до 2024 года. В мае для самарских предпринимателей проведут крупный бизнес-форум «Линия успеха», на котором будут присутствовать первые лица города и региона. Сейчас организаторы готовят программу. Участники посетят бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы, на которых выступят авторитетные эксперты из мира экономики и бизнеса. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.